Шеф-повар Максим Григорьев. Овощное рагу с тыквой. Тыква – удивительный овощ, очень ее люблю. Она хороша в супах, кашах, вторых блюдах и даже разнообразных десертах. Время приготовления – 1 час 10 минут. Ингредиенты. Кабачок 200 грамм рам-рам-мам. Картофель 200 грамм рам-рам-мам. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное нерафинированное 10 мл. Морковь 200 грамм рам-рам-мам. Перец душистый 3 грамма. Петрушка свежая 3 веточки. Помидоры в собственном соку 200 грамм рам-рам-мам. Соль 3 грамма. Тыква 400 грамм. Чеснок 2 зубчика. Шаг 1. Для приготовления овощного рагу с тыквой потребуются продукты: тыква, картофель, морковь, кабачок, лук, чеснок, консервированные томаты в собственном соку, растительное масло, соль и перец, свежая петрушка. Шаг 2. Лук, 1 штука, и чеснок, 2 зубчика, очищаем и мелко режем. Шаг 3. Обжариваем лук и чеснок на растительном масле, 10 мл, до золотистого цвета. Шаг 4. Томаты в собственном соку, 200 грамм, очищаем от кожуры и разминаем до однородной массы. Шаг 5. Тыкву 400 грамм, очищаем от кожуры и семян, режем кубиками. Шаг 6. Картофель, 200 грамм, очищаем, режем кубиками. Шаг 7. Морковь, у меня молодая, 200 грамм, режем кубиками. Шаг 8. Кабачок, у меня молодой также, 200 грамм, режем кубиками. Шаг 9. Томаты добавляем в сковороду к луку и чесноку. Шаг 10. Туда же добавляем овощи, соль, перец. Тушим на среднем огне до готовности овощей, около 50 минут. Шаг 11. Рагу готово. При подаче добавить зелень. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.